Сегодня мы приготовим маринованную цветную капусту быстрого приготовления. Цветную капусту разделите на соцветия. Каждое соцветие промойте. Желательно опустить капусту в подсоленную воду. Так вы избавитесь от нежелательных капустных жителей. В банке сложите соцветия цветной капусты. Сварим маринад. Для этого в кастрюлю влейте воду. Добавьте соль, сахар, растительное масло, а также специи. Доведем до кипения и добавим уксус. Снова доводим до кипения. Кипящим маринадом залейте цветную капусту в банках. Закройте стерильными крышками и оставьте до остывания при комнатной температуре. Остывшие банки с капустой уберите в холодильник. Уже через сутки маринованную цветную капусту быстрого приготовления можно будет кушать. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!